АВКШП. В этом видео я вам расскажу, как получить самую полезную вещь на карте Blood of the Dead – щит, а также покажу вам, как открыть улучшайзер. Итак, щит состоит из трех частей – эссенции, ключа и двери. Их можно подбирать в любом порядке, но я вам покажу наиболее оптимальный. Для начала подберем эссенцию. Она расположена на одном из рубильников посмертия. Первый расположен на Times Square, между душевой и кафетерием. Второй рубильник находится в старой начальной комнате, библиотеке. И третий, последний, находится перед входом в офис Вардена, там где еще вентиляторная ловушка. Затем мы отправляемся в цитадель, где будем искать дверь. Она может быть расположена на одной из этих стен, но я не уверен, на какой именно. Либо внизу, около заваленного прохода, либо напротив входа в корпус 64 у окна. Теперь нам нужно подобрать ключ. Он дропается после смерти Вардена. Проще всего взять ключ, включив питание, в корпусе 64, ведь сразу после этого появляется наш большой друг. Убив охранника, можно подбирать ключ и бежать крафтить щит. Собирать все это дело я вам рекомендую на верстаке на третьем этаже тюремного блока, где ранее была электровишенка. И на этом все. У нас есть щит, который будет защищать вас, а если его взять в руки, то можно будет делать, достаточно большое количество интересных вещей. Например, прицелившись, можно разглядеть разные предметы, которые обычно не видно, типа черепков для квеста Мушкетона. Также можно зарядить ключ, чтобы потом использовать призрачный удар. Зарядить ключ можно, убивая зомби с помощью кнопки выстрела. Либо же подойти с щитом к любому искрящемуся рубильнику посмертия и зажать кнопку взаимодействия. Так вот, зарядив ключ, мы отправляемся на крышу, где ранее мы строили самолет. Здесь справа можно обнаружить рубильник. Зарядив его с помощью призрачного удара, мы получаем доступ к улучшайзеру. А на этом у меня все. С вами был Эльдар Романов. До скорой встречи в следующих туториалах.